Еще раз здравствуйте и добро пожаловать в московский шоурум компании Epson. Думаю, после двух обзоров принтеров самое время внести разнообразие и рассказать еще о чем-нибудь интересном из каталога компании. И сегодня таким устройством станет проектор. А точнее, весьма любопытный проектор для бизнеса. Как вы уже успели заметить, необычен он своей формой корпуса, которая абсолютно не похожа на другие проекторы, представленные в нашем шоуруме. Знакомьтесь, Epson LightSyn EV100. Это лазерный проектор для акцентированной подсветки. Существует также версия EV105. Отличается она только цветом корпуса, он черный. Давайте же узнаем, что это за проектор, почему он такой необычной формы и для каких целей предназначен. Итак, если смотреть на характеристики, то перед нами, в общем-то, уже привычный лазерный проектор на базе технологии 3 LCD с разрешением WXGA с яркостью 2000 люмен. Такого запаса яркости вполне хватит, чтобы создать яркую проекцию диагональю до 60 дюймов даже в освещенном помещении. При этом, чем меньшего размера требуется картинка, тем ярче она будет. Все это в первую очередь востребовано для решения задач акцентированной подсветки. Сам проектор напоминает прожектор. Задумка компании Epson в том, чтобы можно было установить его вместо обычных прожекторов для освещения самых важных или эффектных продуктов инсталляции или привлечения внимания к экспонатам в музеях, галереях и выставках. Так, заменив обычную лампу на проектор с видеоконтентом, можно вывести на поверхность продукта или стенда историю разработки или бренда, или вдохнуть жизнь в, казалось бы, совершенно безликие инсталляции, даже с помощью несложной анимации. А для максимального эффекта можно организовать проекционный маппинг на небольшие объекты или привычные вещи, например, столы или стулья. Еще одна ключевая особенность данной модели – встроенное программное обеспечение для воспроизведения контента без внешнего плеера. Видеоролики, которые требуется проигрывать, достаточно скопировать на SD-карту, а затем вставить ее в проектор и включить его. Специально на случай, если проектор установлен высоко под потолком, изменить данные на карте памяти можно с ПК или мобильного устройства по беспроводной сети. Для подготовки и управления контентом на карте имеется специальное ПО Epson Projector Content Manager. В программе можно создавать плейлисты с контентом для дальнейшей загрузки на карту, а затем переключаться между ними на проекторе с помощью пульта дистанционного управления. А еще она умеет добавлять к видео различные эффекты, среди них цветовые фильтры и фильтры формы, иначе говоря, разнообразные рамки. Кроме того, программа позволит создавать расписание. Например, можно сделать так, чтобы проектор автоматически включался при открытии магазина утром, а затем выключался после закрытия. Кроме того, EV100 поддерживает проецирование в портретном режиме, а при наличии нескольких устройств можно получить большое бесшовное изображение с помощью функции сшивки Edge Blending. И напоследок упомяну парочку важных особенностей. В качестве источника света в проекторе используются блоки лазерных диодов. И это неспроста. Благодаря отказу от традиционной лампы аппарат можно устанавливать в любом положении, под потолком или на специальную стойку, или можно укрепить на трековой шине и гонять без остановки в режиме 24/7. Ресурс источника света в самом ярком режиме до 20 тысяч часов, а в режиме половинной яркости до 30 тысяч. Так как проектор предполагается устанавливать под потолком, фокусировка в нем моторизованная и управляется с пультом. Проектором можно управлять и по проводной локальной сети. Также в нем имеется встроенный модуль Wi-Fi, благодаря чему на устройство можно передавать сигнал без проводов при помощи мобильного приложения Epson iProjection. В общем, компания предоставляет все возможные способы удобного управления проектором, даже если он установлен, скажем, высоко под потолком.
Если вы ищете способ эффектно выделить товар на полке или привлечь внимание к экспонатам в музеях, галереях и выставках, возможно, белый Epson PlineSyn EV 100 или черный EV 105 станут именно тем устройством, которое позволит вам решить задачи максимально эффективно и без лишних хлопот. А я снова благодарю вас за внимание. Всего доброго!